слушаете радио «Свободный Тират», и с вами Рави Райрана. Друг мне сказал, что армия короля нападает на лагерь кочевников по всему Кирату. Ну да, круто, большим парнем уделывают детишек. Отстой, ребятам и без того тяжко. Но только представьте себя на их месте. Спят в шатрах, вечно тащатся куда-то, нахрен так жить. Гадят вообще небось в коробке. А как они душ принимают? Небось наполняют бурдюк водой и опрокидывают на себя, как дикие звери на водопое. Честно. А вы меня знаете, мне унитаз нужен. Я привязан к унитазу. И так будет до самой смерти. А еще к беде моя задница чистая, как дудочка. Играть можно на ней, понятно? Представьте себя на их месте. Вы воняете, сырете в коробку и вечно валандаете с места на место. Вечером, небось, хочется одного. Лечь и забыть, что ты вонючий бродяга, измазанный говном. И тут внезапно тук-тук-тю появляется армия короля и говорит: «Эй, парень, мы сейчас нашпигуем тебя свинцом! Убьем тебя и всех твоих друзей!» Такова мораль. Не будь кочевником в Тиране. Что нужно Сегодня я взбешен. Смотри, что меня бесит. Смотри, и это.
там. Я СМИ то, что надо. А западные СМИ? Здесь херать идет гражданская война, а в онлайне об этом ни слова. Ну же, где наше всплывающее окошко? Все положили на нашу борьбу здоровый болт. Да, и стоит открыть браузер, как тебе предлагают что-нибудь увеличить. Это что, теперь современные приоритеты такие? В западных новостях пишут про то, как поп-звезда, удолбавшаяся кокса, с кем-то спит. И так везде. В каждом блоге танцы трайбл со звездами. Что такое этот трайбл? Из каких-то пор белые девушки этим занимаются. Да и зачем вам какие-то танцы, парни? Вы что, без них уже не можете? Вы, конечно... место. Я покажу на карте, где его оставить. Не обрадуется, что ты увозишь припасы. Хорошо. Они боятся, что мы набираем силу. Thank you.
все свободно, Кират. Я в бешенстве. Простите, обычно я в хорошем настроении, но сегодня я взбешен. Знаете, что меня бесит? СМИ. Я сам, я СМИ то, что надо. А западные СМИ. Здесь в Кирате идет гражданская война, а в онлайне об этом ни слова. Ну уже, где наше всплывающее окошко? Все положили на нашу борьбу здоровый болт. Да, и стоит открыть браузер, как тебе предлагают что-нибудь увеличить. Это что, теперь современные приоритеты такие? В западных новостях пишут про то, как поп-звезда, удолбавшаяся кокса, с кем-то спит. И так везде. В каждом блоге танцы трайбл со звездами. Что такое этот трайбл? Из каких-то пор белые девушки этим занимаются. Да и зачем вам какие-то танцы, парни? Вы что, без них уже не можете? Вы, конечно, меня извините, но Чоту носит лифчик большего размера, чем моя девушка. И я рад, что он хотя бы не танцует. Хотя, может, это как раз годный способ привлечь внимание к кино. Я неплохой стрелок. Говорят, ты отменный стрелок. Я отмечу на карте, где ждем вору. Но будь готов ко всему. Разбираться тебе придется на месте. Ага. Главное — секретность. Никто не должен тебя увидеть. И спрячь труп. Только его жетоны забери обязательно. Понял? Thank you.
Предатели понимают, что их ждет, и пытаются бежать. Не дай им скрыться. Джай на связи. Чем помочь? В зоне важный груз. Высылаю координаты местонахождения. Доберись до него раньше, чем это сделают солдаты. Понял. Thank you.
Первый груз есть. Ищу второй. Супер! Остался один!
Последний у меня. Превосходно! А теперь неси сюда, поживее! Вот и груз. Спасибо! Как раз то, что надо! Я сообщу Амите или Сабалу. Не стоит, Аджай. Мы отправим шифровку. Нам нельзя рисковать. Вдруг перехватят. Спасибо тебе за помощь. Аджай! Что произошло? О каких припасах речь? Все-таки здесь. Аджай, времени мало. Скорее, сюда! Черт,
тебя живьем сожгу! Поступи! Много вышло.
Снижаемся по дороге. Ты умрешь быстро! Бежи меня! Бежи! Они узнают. Я в порядке. Лучше уходи. Надо уйти! Меня все равно... найдут! Не подходи! Они не знают! Как дела, Джай? Чуть не сдох, когда они в нашу сторону пришли. Свободный Керас, с вами Рави Рейрана. Не секрет, что Керас попал в глубокую финансовую жопу. Но обиды исправить ситуацию. Школы, больницы, деньги на зарплаты врачам и учителям. Возможно, даже вакцинация. Конечно, это опиумные деньги. Ну и что? И знаете почему? Потому что наркотики – это вечно. Рави Рейрана повторит. Наркотики – это весело. А знаете, что лучше всего? Эффективность. Да, травка знает свое дело и гаштажа.
Они настолько эффективны, что даже в рекламе не нуждаются. Хватает сарафанного радио. Не зря же люди добровольно гробят свои жизни ради наркотиков. Так что Кират ждет процветания, уж поверьте. Остынь, друг, и знаю, ты злишься на Дональда, но у нас тут оказия вышла. Неприятность. Я Йоги, мудак. Убил бы обоих. А? Стой! Хочешь грохнуть Реджи? Я тебя не виню. Мы застряли в этой странной стране, как и ты. Они забрали наши паспорта. Вот и приходится подрабатывать. Пойми же. И в Индию не вернешься после истории с коровой. Коровами. Да, коровами. Так много коров. 10 лямов просмотров на YouTube, прикинь. Правда? А, да, это было. Эй, мы думали, Нур хочет поговорить. Кто же знал, что она кинет тебя голым на арену? А что ж тогда ты поставил против него? Да, но только формально. Я тупо перестраховывался, чуви. То есть, друг, а я, между тем, не сомневался. Ставил на тебя, правда? И я с удовольствием поделюсь. Например, 60-40. 40-60? Или мало? Да, бери все, заслужил. Дрался, размахивая болтом. Да, мы очень впечатлились. Его болтом? Тем, как он дрался, дебил. Прям гладиатор. А я спартанцев вспомнил. Проваливайте из моего дома. Я забираю его обратно. Попадетесь мне еще раз? Убьем Дональда. Я Йоги. Дунем? Брысь. Уже. Сейчас, только вещи соберем. Да, их много. Бардак тут, да? Но сперва. А, и что в ней было раньше? Ханка, наверное. Она... родимая. И что с ней случилось? О, да! История была зашибись. Ну да, скандалы, интриги, наркота, все такое. Можно краткую версию? А, не вопрос. Мы только прибыли в Кират. С корабля на бал типа. Ага, и стали проверять, что тут значит выращивают. Интересно же, и ожидания оправдались. Еще как! И все это благодаря одному местному гуру. Он открыл нам чакры. Ага, и мы тогда просто ушли в нирвану. Никогда такого не было. Когда отпустило, мы спросили, где достал? Так мы узнали о Шангри-Ла. Шангри-Ла. Типа... призрак древнего Кирата. Древний Кират. Ну да, и его... на самом деле его как бы не было прям по Шрёдингеру. Кират Шрёдингера. Так, давайте к делу, к сути. Ага, о чем я? Этот гуру сказал, что был в этом волшебном месте и прихватил кое-что с собой. И в этом как-то участвовала загадочная тханка, которая прямо тут висела. А куда она делась? Ну, кто-то разорвал ее на куски, а потом разбросал по всему Кирату. Ну, да это ничего. Старик продал нам карту. А? Ведет в пещеру неподалеку. Да, там еще вход стрёмный. Да, просто жесть. Мы таки хотим туда пройти, но нам как будто внушают. Сюда нельзя или типа того. А карта где? Подозреваю, что мы ее скурили, но не парься. Пещера вообще рядом. Иди на запад. Да, вот. А как увидишь дверь, на которой стрёмная рожа, значит ты пришел. Да, и травы для нас прихвати.
दिखा सकता है। इस स्वर्ग का गवाह बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसमें रहना। यहां तक मेरा रास्ता लंबा और कठिन रहा। मैंने बहुत कुछ देखा किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा किसी और के साथ कभी ना हो। लेकिन मैं मूर्ख था जो सोचता था कि स्वर्ग दुखों से मुक्त होता है। देखा था वो एक दूसरी दुनिया।
दुनिया से था एक रक्षक। एक भीम के जानवर के दांतों से अटका। लड़ाई हुई थी, शेर अपने घर की रक्षा कर रहा था, लेकिन किससे? शैतानों ने शैंग्रीला पर आक्रमण किया, इस धरती की नहीं, साफ मन के नहीं। कोई खुद या कोई चीज अपने लिए शैंग्रीला को चुराना चाहती थी। लौट आया मेरी जिंदगी बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक सहयोगी पाने के लिए। मेरे जैसा किरती खोज करता इस पुराने भूमि की खोज कर रहा है, फिर भी यहां वो शैंग्रीला के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहा था, जैसे स्वर्ग के नशे में चूर हो। उसे मारो। के पहियों के साथ बड़ा हुआ हूं, लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये देवताओं के लिए बनाए गए हों। वो इतने बड़े थे। Yeah.
प्रार्थना के पहियों के साथ बड़ा हुआ हूँ, लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये देवताओं के लिए बनाए गए हो। वो इतने बड़े थे।
बच्चा था तो मेरे पिता मुझे शंग्रीला की घंटियों की कहानियां सुनाया करते थे। उनकी ध्वनियां धरती से बुराइयों को दूर करती थी। वो मुझे चेतावनी देते थे, तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानोगे तो घंटियों की ध्वनियां तुम्हें ढूंढ लेंगी। मैं उनसे बहुत डर जाता था। इस भय का शिकार मैं अकेला ही नहीं था। Какого черта? С возвращением в реальный мир. Что произошло? Я в порядке. Ты пришел сюда с танка? Да, и ты повесил ее в рамку, а потом улегся на пол и уснул? Да. Ты был в трансе. Бормотал что-то. Что было-то? Сам не понял, до сих пор в шоке. А раньше эта штука тут была? А, это семейная реликвия Гейлов. Передается из поколения в поколение. Я разве не говорил? Нет, не говорил. О. Ты просил короткую версию. Да, а мы просили тебя прихватить немного той чудной травки. Ты нашел ее? Я вроде как занят был. Да, ничего. Да, ничего. Да, забей. Но, если найдешь эту танку, помни про нас. Так, все, мы валим. За остальным барахлом кого-нибудь позже пришлем, ладно? Ну да. Мир, брат. Мир, брат.
случилось? Говорил я, кто-то там есть. Я видел сквозь деревья. Чё? Хрен там, ты услышал шаги. Сам знаешь, я тук на ухо. Помнишь Сан-Паулу? Ага, тот тромбонист. Однорукий тромбонист. Но раз Аджай здесь, пусть он рассудит наш с тобой спор. Он-то может, но он наш гость. Окажем теплый прием. А не волнуйся, отличная дурь. Мы называем ее Окаджа. Раздвигает границы восприятия. Но для полного эффекта вот. Йоги! Реджи, это вы? О, черт! Чем они меня накачали? Пришел издалека, ему нужны ответы. У нас есть ответ. Я этого не помню. А я зачем-то помню. О, боже! Как? Как ты мог? Как?
со стороны это еще хуже. А, всего полминуты пока, дальше хуже. А, Аджай! Вижу, мой ништячок неплохо сработал. Наш ништячок? Наш, да. Накачали наркотой. Ну, наше дело предложить. Да, и ты живой вроде, чуть-чуть не считается. Зато рецепт теперь знаешь. Да, и ты в любое время можешь прибегнуть к этой суперсиле. Как супергерой прям. Точно. И у нас этого добра завались. Приходи к нам, когда нужен волшебный пендель. Лады? Ну а пока? Пока? Помогите! Помощь! Помощь!
राजा ने मुझे एक साधारण लक्ष्य दिया था। शंग्रीला को ढूंढो और किरत लौटाओ। लेकिन जिज्ञासा ने मुझे एक अज्ञात राक्षसा का शिकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जो पूरे शंग्रीला पर राज कर रहा था। मैं अपने रास्ते और शंग्रीला के भविष्य को आपस में जुड़ा हुआ महसूस कर सकता था। Thank you.
Аджай, ты давно уже бегаешь по Кирату, изучая его. Скажи мне, кто зажигает все эти чертовы свечки? Гражданская война терзает страну, чудовищный тиран поставил ее на колени. И все же какой-то усердный дурак повадился каждое утро зажигать сотни и сотни свечей. Может, мне нанять кого-то, кто ходил бы следом и тушил их? Нет, у меня есть идея получше. Гарри! Гарри! Свечи вне закона! Да, все! Измена карается смертью! Спасибо! И тебе спасибо, Аджай, ты сделал мой день. Это ты меня тогда спас. Сначала я даже не верила. Спасибо. Мне пришлось ублажать солдат. Меня грозились убить, если я сбегу. Мои друзья еще там. Прошу, спаси их. Их же сделают проститутками. Спасу. Попасть. А кое-кого я вытрах.
Отлично, супергерой. Как это, фанаты уже ждут тебя по всей трассе. Так что смотри, не забудь дать 5 каждому. Гонки и видео, вот что нужно. Принято. Где вы находитесь? Вызываю координаты. Поторопись, они нас окружают. Скоро буду. Странно, разве тигры охотятся стаями? Привет, Аджай! Это вовсе не стая. Из лаборатории Нур сливают отходы. Видимо, налагались. Вот крышу и снесло. Вот. Вот к этому я и готовилась. Тигр, мать его! Thank you.
прямо на нас! Все тигры боятся огня! Используй коктейль Молотова! Тигр! Надеюсь, они больше не вернутся. Пора заняться ранеными. Спасибо. Нас бы всех сожрали, если бы не ты. Рано или поздно конвои армии короля появятся здесь. Мы бить. Если свалишься, особо не переживай. У тебя есть костюм крыло. Начнем сначала. Переснимем. Это не смертельно. Аванпост атакован! Нужна поддержка! Воины Золотого Пути! Помогите!
Спасибо. Нам надо поговорить. О. Без тебя мы бы аванпост не удержали. Помогите! Помогите!
Этого не может быть! Прошу! На помощь! На помощь! Берегись! Мне нужна помощь! Беги, леопард! Прошу! На помощь! На помощь! Думал, я буду в безопасности. Это будет быстро и страшно. Как раз то, что нужно для GoBro. Я тоже поснимаю, но ты не обращай внимания. Вперед к цели! Thank you.
Больше нельзя, он уезжает. Освободишь мою семью, я буду твоей должницей. Юму, Пейган, сдам тебе всех. Все хорошо. Ты с ума сошел? Мои родные умрут в муках. Спаси их, прошу. Пол устраивает вечеринку в своем логове. Там он уязвим. Мясо ему привозят из соседней деревни. Это твой шанс. Доберешься, иди в комнату для допросов. Найдешь его там. Thank you.
Кай, моя семья с тобой? Нет еще, но я иду туда. А, ладно. Проберись туда тайно. Это важно. Он крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Аджай, моя семья с тобой? Нет еще, но я иду туда. А, ладно. Проберись туда тайно. Это важно. Он крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно достать его врасплох. Аджай, моя семья с тобой? Нет еще, но я иду туда. А, ладно. Проберись туда тайно. Это важно. Он крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Опять! Окей! Аджай, моя семья с тобой? Нет еще, но я иду туда. А, ладно. Проберись туда тайно. Это важно. Он крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Заходим быстрей! Тут один штаны наложил. Это еще что за хрень, чёрт? Что? Как? Обыскать все! Ладно! Вон отсюда! Сабал, я навещу Пола. Привези живым, если сможешь. Он должен заплатить за все. В последнее время в окрестностях пропало много людей. Так что если там есть пленники, помоги им выбраться, но не подходи! Быстрей! Быстрей! Чакай!
Помогите! Yeah.
Что у тебя там? Свою дозу, а еще надо отработать. Уходи, иди, спасайся! Я освободил заложников. Отлично. Каждый спасенный — это еще один солдат в нашей армии. Теперь закончи дело. Думал, мне конец. Теперь я ваш должник. Huh?
Подожди! Как дела? О, замечательно. Просто чудесно. О, нет, нет, нет. Нет, я понимаю. Солнышко, я понимаю, но я не могу. Я на очень важном собрании. Ладно. Да ничего, ничего. Дай ей трубочку. Да нет, все хорошо. Давай. Подожди минутку. Привет, Эшли. Да ты что? Потрясающе. Молодец. Уже ложишься? Зубы почистила? Минимум 10? Ну, просто прелесть. Поцелуешь от меня маму? Ты же знаешь, когда меня нет, ты у нас в доме за главное. Конечно, да, но у папочки работа. Подарок? Конечно. Чего ты хочешь? Кольцо? Нет, подходящего для моей красавицы пока не нашел. Может, что-нибудь еще? Ожерелье? О, золотое ожерелье. Ты знаешь, кажется, как раз такое я тут видел. Да, конечно, блестящее. Теперь папе снова пора работать, ладно? Я тебя. Да. Чмоки-чмоки, и пусть клопы тебя не кусают. Все. Пока, зайка. Прошу прощения. Это моя дочка. Но заставлять ждать не в моих правилах, так что... Извини, буду исправляться. Ты?
недоносок! Сказал ей, что это для друга.
моя Лесли умеет слезу вышибить. У нее точно есть задатки писателя. Как-то такую поэму сочинила. Мы же просто рудали. Живой. Странно, что ты его не убил. Да жив я, придурок недоделанный. Пусть обживается. Кто это сделал? Тупые дикари! Пустите! Стойте! Стойте, мобильник! Аджай, мобильник у меня в заднем кармане! Дай мобильник, прошу! Аджай, прошу! Пожалуйста, мне нужен телефон! Отвалите, макаки! Эшли! Эшли, папочка тут! Спасибо, Аджай. За нами должок. А Пол — наша забота. Скучать ему не дадим. Аджай, Пол вышел из игры. И его крепость Варшакот уязвима. На твоем месте, брат, я бы этим воспользовался. Остановись тут! Я перевернулся в кератке! Это раберы рана! Я тут такое видел! Кто-то из наших оседлал слона и превратил солдат армии короля в фарш! Нахер танки! Нужна помощь! Армия короля атакует аванпост! Ситуация критическая! Ответьте! Она швыряла, как тряпичных кукол. У меня куча отличных товаров.